Иванович, по первому дневнику заметили, наверное, самый экспансивный здесь. Экспансивнее даже, чем наставники турецкой или иранской команды. Звучит громче, чем все остальные вместе взятые. Но в этой ситуации вот минуту продержался Дикбардаш. Но наступает такой момент, да, когда кого-то из борцов будет арбитр ставить в партер. Фредди Албрехт. Поединок. И вот тут очень тяжело, конечно, придется венгру. Хорошо берет захват Карелин. Решающий момент. Зарабатывает балл, потом второй. И настает момент, когда, видите, да, лопатки Дикбардаша касаются ковра. Чистая победа Александра Карелина на второй минуте.